линия конденсации по-флоридски. Обычно эта труба выходит из стены, поворачивается на 90 градусов вниз и вот так вот капает. Приехали сдавать наш трейлер. До 8 часов работает этот U-Haul. Здесь еще сторож. Мы проехали много-много ячеек. Там, кстати, сторож как-то, хранилище, наверное. Вау, вау. Кстати, оказывается, ну, часы работы это там до 8, а видите, возврат можно 24/7, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любое время можно вернуть, они работают. А чтобы видеть масштаб, вот мой ноготь. Чинит свою паутинку. Смешной. В порядке? Да. Лазит по стеклам. Ничего себе. Да. Все, пусть побежит к своей семье. Вот нам дали 3 таких стула. Надо их сейчас отвезти. Не хочет слезать. Отпусти! Тебе больно? Нет. Мы зашли в магазин Бэтбаст. Обалдеть, сколько же он стоит? 1999, ну, короче, 2000, без одной копейки американской. Это вот, вот это да. Поднимать. Фруктовый. Пойдем сейчас посмотрим, что такое Publix. Так, сегодня у нас были работники. Смотрите, вот этот кран у нас подтекал, ну, тек, протекал конкретно. И он был настолько старый. В общем, мы обо всем этом сказали. Вернее, даже Татьяна первая заметила, отправила фотографии, отправила запрос. За что, опять-таки, большая благодарность нашему риэлтору. Танечке, спасибо большое. Вот, она договорилась о том, чтобы поменяли кран. И чтобы... Что же еще? А, замок. Сейчас я покажу. И остальное мы сами уже увидели и попросили все это сделать. Сейчас я вам все подробненько расскажу. Так, сегодня пришли, вот заменили кран на новый. Видите, теперь уже такой, ну, если бы было с чем сравнить, я не знаю, попало на то видео или нет, который был кран. Ну, такой, знаете, набалдашник, очень старый. Сегодня поставили новый. Этот вот душ наш, длинный, с той квартиры мы привезли. Я не знаю, кому как. Кто как говорит, но нам, в принципе, удобно, чтобы и здесь было, и чтобы был длинный шланг. Кому как, я ни на что не говорю, что так именно должно быть, нам так удобнее просто. Так, смотрите, какая ванна. Вот именно Евина ванна, наша душевая, я вам показывала, идеально, все хорошо. Ну, идеально как. Плитка новая, зато хотя бы она все новая. Посмотрите. Вот. Сегодня работникам, которые приходили делать вот этот кран, они тут дробили все, эту дырку делали, все ставили новое. И мы им сказали, они говорят, да, мы согласны с вами, это ужас. Это ужас. 3 месяца квартира, говорит, стояла пустая, почему бы не сделать это все заранее? И вот это вот все, оно же вот отколупывается и будет засорять трубу, да? В общем, это вообще не дело. И он говорит, я скажу обязательно это лендлорду, и все это постараются заменить, ошкурить. Я не знаю, как они сделают это все, но это все должно быть новым покрашено. Я надеюсь, что они придут к нам и сделают это уже более приличный. Вот, повесили, я вам уже показывала это, оно немножко коротковато, но ничего. Положили коврики. Вот здесь вот, конечно, это вообще, ну как так можно было, Вот так вот, посмотрите, под раковиной взять и не положить. Ну там всего-то чуть-чуть, ну насколько вы сэкономили, да? Ой, я взяла пока вот так вот, ковриком прикрыла это. Окей, мы как бы вообще, как сказать... Окей, как есть, так есть, мы всему рады. Но Виталий говорит, ну купить эту
плитку в конце концов положить им уже. Ну что уж такое-то там. Вот так у нас сейчас выглядит Евина ванная комната. Это мы пока сюда поставили, потому что работа еще, возможно, будет продолжаться. Они должны прийти и сделать ванну. Они говорят, что будут разговаривать с лендлордом, потому что это ей еще большую копеечку встанет, если она засорит тут все. Поэтому, говорит, мы будем настаивать на том, чтобы она здесь все сделала хорошо, чтобы заплатила за это. Вот, здесь это я сняла, это было ну, просто они ходили здесь, эти ремонтники, и мы вот все сюда на раковину поставили. Вот, но уже, в принципе, приличненько, да, скажите. Сейчас я вот сюда здесь протру стеночку. О, Виталик повесил, надо же. Даже не заметила. Протру стеночку и повешу сюда девочки полотенечком. Вот. Так у нас здесь теперь. Я хотела вам показать, у меня уже все уснули, ой, не открыть бы багажник, ой, багажник, гараж. Это у нас еще то, что не разобрано, кое-какие вещи Виталькины. Это вот, и кто не видел предыдущее видео, это будет такой кабинетик у нас здесь. Это пол гаража. Пол гаража сделали комнатку такую маленькую, и пол гаража вот у нас осталось как подсобка такая. Здесь у Витальки будет инструмент. Вот здесь вот этот бак, который мусорный. Вот. И нам оставили какие-то картины. Хочу про них спросить, что нам с ними делать. Как вы считаете? В принципе, жизнерадостная картинка. Но вот эта вот решетка, окей, как? Что это? Как будто из тюрьмы, да, взгляд такой. Да, интересная концепция. Сейчас покажу еще вам. Ой, здесь не включается, что ли? Окей, здесь, наверное, вот так надо сделать. И вот так. Вот. Смотрите. Что-то тут, не знаю, может, я что-то не так делаю. Картины, видимо, один и тот же человек рисовал. Не знаю, может, это будущий Пикассо. Я не знаю, может, они будут скоро стоить бешеных денег, может быть, не стоит от них избавляться. Как вы считаете? Подскажите, это вот так надо смотреть. Вот, я думаю. Вот, надо спросить насчет них. Тут у нас мусор. Коробки пустые, которые надо выкинуть. Ну, что думаете с картинами делать, а? Здесь вот я вам показывала, что здесь стоит вот этот вот... Как его нагревать? Я хотела показать вам вот... Видите, здесь еще дополнительные полки, что я до этого не заметила и не показала вам. Здесь мы лампочки все, Виталик сложил, что их лампочки, и мы заменили на свои лампочки, которые энергосбережающие и намного ярче. До этого был настолько тусклый свет. Вот. Здесь вот мы поставили то, что я говорила. Видите, обувь. Очень хорошо уместились вот здесь эти полки. Они как раз будут закрыты с шкафчиком. Вот здесь вот я вам не показала. Здесь вообще было все выдрано. И не было замка. Вот сегодня они поставили замок. То есть, если что-то вас не устраивает, если вам что-то как бы необходимо, вы всегда должны попросить об этом лендлорда, который сдает вам это жилье, либо риэлтор, который работает с этим лендлордом, как бы должны связаться, и они должны вам все это устранить, если какие-то неполадки. Вот они сегодня поставили новый замок, дали нам ключи. Не знаю, зачем вот это он приклеил. Вот. Так закрывается. Это дверь из половины гаража. Так, сейчас покажу вам примерно, как выглядит наша кухня. Тут немножко недоделки, потому что они должны прийти. Диспозер вот этот тоже не работает. Этот измельчитель продуктов старых, он должен... Это Флорида, это как бы принято тоже, как в Калифорнии, собственно, тоже так же. Перемалывать все эти продукты, чтобы не скапливались всякие там насекомые. В общем... Нужно это все перемалывать. А он не работает. Он сегодня полазил там, полазил. И говорит, надо заменить.
Мы такие, окей, хорошо, кран заменили, этот заменят. Вот мы сняли, и нам все меняют, что нас не устраивает, что оно не работает, они обязаны, просто обязаны это сделать, чтобы все было функционально, чтобы все работало. Вот. Ну, так, собственно, это я потом... Вот это вот все, это потом спустится вниз, когда они доделают этот вот диспозер. Мы это все вот... Кстати, надо, может, показать заодно, чем мы пользуемся. Hand wash. Это пенящееся средство для мытья рук. Вот оно у нас. И мы просто этот рефил, это, ну, как бы заменяющее. Вот сюда подливаем. Дополнительный такой этот. Вот. А это вот это средство для посуды. Ну, мы как-то привыкли. Мы его покупаем в Target, либо я на iHerb заказываю. Dish soap. Это мыло для посуды, тоже refill. Ну, как бы дополняющее вот это вот. Не знаю, как сказать. Я извиняюсь, просто действительно вылетает из головы и все. Вот. Здесь немножечко еще все будет преобразовываться, все это. Но уже намного лучше все. Это тоже я все вниз спущу. Просто действительно нужно дождаться, чтобы они сделали, и я уже это все уберу отсюда. Это будет намного симпатичнее. Здесь у нас, вот видите, хлопья. Здесь это уже в досягаемости Евы, она уже подросла. Орешки всякие, здесь сухофрукты, изюм. Сверху я могу достать то, что я специально сделала не сильно высоко. Вот там высоко. Это не сильно высоко, то, что я могу достать и приготовить. А здесь, чтобы Ева могла достать. Снизу, смотрите, я сделала вот этих выдвигающихся. Надо, кстати, докупить нам. У нас остались вот эти вот, а больших пакетов не осталось. Которые мы делаем, ну, с собой. Сюда я еще пока еще придумаю, что. Здесь у нас вода. Я еще не определилась, мы, вернее, не определились, какую воду здесь покупать. Пока взяли вот такую, вот, по-моему, это в... да, Publix. Вот. Я три вида воды. Решили попробовать, какая из них вкуснее. Пока еще не определились тоже. Здесь сегодня взяли этот овощной сок. Vegetable juice. 100%. Ну, мы любим овощной. Мы вообще любим томатный. А этот просто овощной вкусный, кстати. Что я обнаружила, наверное, через день, когда началась эта мысль, оказывается, ведро здесь, видите, как классно, оно уже прилагается, и вот здесь вот прячется. Как бы наше ведро пошло в туалет, кухонное, но оно, конечно, немножко большевато для туалета, но ничего. Так что вот здесь мои витамины. Мне очень нравится, что ведро спрятано, они стоят где-то тут, да? Вот, посудомойка, это я уже говорила вам, здесь заменят. Здесь у меня перчатки, это то, что осталось от старой упаковки пока. Вот, вот эти получше, мне Kirkland из Costco лучше понравились, они более крепкие. Здесь у меня, ну, вот такое вот все, шлаки для салатов, доска. Здесь деревянные всякие, не только пластиковые. Ну, как бы это помидорки, огурчики у меня вот так вот. Не знаю, еще, может быть, куда-то уберу, но пока тут стоят на столе. Это тоже уберется вниз, когда отремонтируют у нас. Здесь хлопья. Эти посудомойки помыла, они немножко просыхают, чтобы до конца просохли. Здесь масла. Масло и всякие приправы. Ну, мы очень много приправами не пользуемся. Вот стоит, не знаю, привезли, зачем. Но иногда что-нибудь смотрим здесь. Вдруг куда-нибудь по рецепту. Ну, так, мы все простое в основном готовим. Турмерик это... Ай, ладно, не спрашивайте. Гарлик, чеснок, черный перец и морская соль. Ладно, что у меня как заклинит все. Здесь, смотрите, у нас мы так, я так распределила, что здесь у нас бокалы.
бокалы. Ну, так, по мере необходимости, конечно, бокалы не так часто мы используем, поэтому они на самом верху. Дальше у нас кофе, что будет, рефил тоже как бы дополняться вот сюда пониже. А, в Костко купили пачку, ее надолго хватает. Там чайник, если вдруг заваривать, какие-то... Это шиповник. Вот, чуть пониже спустили вот это мед. Сахарок, сахар почти не едим сейчас, но на всякий случай вдруг гости придут. Ой, так хочется уже гостей приглашать. Стола пока нет. Так, это чай зеленый, черный. И внизу я поставила вот эти бокалы воду пить или что-то там, соки. А это чай, это вот такие, можно сказать, именные. Вот, микроволновку сюда поставила. И здесь у нас чайник для коктейлей вот там. Здесь есть всякие кастрюли, сковородки. Здесь я вам показывала, что у меня не вместилось, будет пополам. Это я уже сняла все пакетики. Ой, не все. Вот теперь все. Так, здесь сегодня думала, как все это сделать лучше. Кстати, где-то у нас большая еще вот такая, надо ее найти, не знаю. Смотрите, здесь все пластиковые вот эти вот, скажите, контейнеры. Здесь все крышечки, а здесь стеклянные контейнеры. Я говорю, ну, надо еще большую найти, должно быть здесь от этого набора. А в нижнем вот таком выдвигающемся ящике, здесь, ну, всякая такая кухонная утварь, терка. А здесь всякие эти крышечки для вот этого вот всего. Тоже часто пригождаются. Берем с собой воду, чай или кофе. Вот такие вот термосы или просто для воды вот стаканчики. Вот так вот я все распределила. Холодильник, может показать, смотрите, на холодильнике повесили наши эти магнитики. Санкт-Петербург. Это сыночка с моей Валечкой, с дочечкой, с невесткой моей. Санкт-Петербург они мне посылали. Это JW, это с конгресса, с международного нам привезли братья и сестры. Это тоже Коля и Соня. И это... А, надо перевернуть. Это сестра сделала нам своими руками тоже. Из Сан-Диего. Вот так надо, наверное. Я тоже перевернула. Вот так должно быть закладочки здесь. Так. Это Сакраменто. Это Сан-Диего Airspace музей. I love Austin. Когда в Остин мы ездили. Это тоже Остин, это Нью-Мексико, это Флорида. А, это-то в прошлый раз, наверное, мы ездили, да. Это тоже в Сакраменто покупали. Это в этот раз поехали, мы Аризону проезжали, вот тоже купили. Санто-Доминго, это кто-то нам привез, это, по-моему, с Виталькиной работы. Это Нью-Йорк, как только мы приехали в США. Палм-Бич тоже здесь были, когда в прошлый раз. Алоха нам Хавайи кто-то привез. По-моему, это Валечка моя. Все, давайте посмотрим в холодильник. Мы сегодня съездили в Костко наконец и хоть немножко закупились, чтобы было из чего готовить, потому что у нас вообще ничего не было. Это для коктейлей ягоды купили, нашлась и в этом тоже, в Костко здесь есть они. Вот эти ягоды у нас в нашем Костко, там в Бейере не было такого. Органик, антиоксидант, это смесь, это, ну, в общем, знаете, что здесь удивительно, вот это все покупали, смесь разную, а вот чтобы вишни, dark, темная вишня, чтобы была, не было такой смеси, а здесь она есть, попробую, не знаю, вот это вот я на овощах в основном, скоро мне нужно возвращаться снова в свой график питания, потому что в дороге это, ну, очень трудно придерживаться своего этого распорядка, привычек своих придерживаться. Вот, буду снова овощи кушать больше. Купили рыбку красную, мяско. Будем готовить. Масло почти не едим, но Еве в кашу надо, купили, потому что в Костко дешевле, много можно купить. Пусть оно в морозилке лежит, да, ничего с ним не будет. Вот так вот немножко заполнили морозилку. Здесь у нас холодильник. В холодильнике купили
немножко ягодок. Вот это мне просто не стало замораживать, чтобы нам это все приготовить завтра. Это вот то, что в Павликс мы взяли, потому что не было еды. Это вчера мы взяли супчика немножко и курицу гриль, чтобы поесть. Не из чего было готовить совсем. Яйки взяли, это я высыпала то, что с дороги наши крекеры. Так, аспарагус взяла, приготовлю. Что это у меня? А, это скажите. Я все время манго путаюсь с авокадо. Это авокадо. Зелень, укроп взяла. Она даже в Пабликсе есть укроп, представляете? Так, это мы в Костко взяли. Такая вкуснятина, сальса. Пальчики оближешь. Это красная, сладкая sweet potato, красная картошка. Яблочек взяли и дыньку одну. Порадуемся. Перцы взяли, сладкие, виноградик. Мы, видите, все такое. Овощи, фрукты в основном едим. Я мясо, рыбу. Крупы почти не едим. Картошку почти не едим. Только вот я ем сладкую. Если, ну, она больше для женщин так подходит. Но как я читала, по крайней мере. Виталик ее не любит. Поэтому мы все на овощах, на фруктах. Это вот, скажите, sweet corn. Это как кукуруза. Вот. Вот это вот мы просто, кто нас давно смотрит, знает, что мы просто ее сырую едим. Я лично не люблю ее вареную. Виталик, не знаю, может, можете поесть ее. Я не могу вареную есть. Мне именно сырую могу. Цветная капуста. Это обычная капуста. Ну, вот так немножко подзатарились. Молока купили. Это сок Виталик, по-моему, только пьет. 100% премиум Флорида Оранж. Ох, ничего себе. Таких же точностей у нас продаются, но там не было Флорида Оранж Джус. А Флорида, по-моему, даже на номерах у них нарисован апельсинчик. Это с дороги у нас еще осталось молочко. Представьте, два йогурта осталось. Я не знаю, стоит их есть или нет. Сырчик остался. Морковку мы взяли. Ну и вот масло сюда положили, чтобы Еве в кашу, чтобы не было заморожено. Все. Вот так вот. Папайя, это же Ева, она не срывала. Нет, это на земле лежало. Положили, может, дозреет, не знаю. Посмотрим. Представляете, под окном папайя. Как помыть окна? У меня сил нет. Я столько всего. Вот тут все ящички, все, чтобы там все поскладывать. Я мыла каждый. Причем не просто полочку, а вот так вокруг. Но у меня псих свой, короче. Может быть, надо от него избавляться, но и пока еще мне сложно. Мне нужно все, каждый, даже замочек протереть по-своему. Представляете? Вот единственное, что вот здесь я еще не протерла, потому что я не знаю, что туда положить. Вот, и вот те вот два ящика на самом верху, а я же мелкая, мне оттуда не достать, поэтому я не знаю, что я туда положу, если только что-то Виталик зарешит. А, надо вот, кстати, мясо приготовить в горшочке. Горшочек пока у меня на плите. Плита, наконец-то, которую можно, ничего туда не будет заливаться в эти вот блины мои. Помните, я вам все показывала, расстраивалась из-за них. Сейчас все ровно, протер и все. Ева с Виталиком спят, а я, как всегда, неугомонная, не могу остановиться. Надо все доделать прямо за раз, за один раз. Ну, конечно, не за один, мы уже две ночи поночевали. Вернее, одну ночь мы только здесь поночевали. Что я хотела вам сказать, что вот здесь вот мне помыть надо все окна, они настолько грязные. Все, представьте, раз, два, и там эти большущие у Евочки. И я хотела вам показать, что сейчас покажу. Ну, там в спальнях уже не буду показывать, потому что все спят уже у меня. Но вот это вот я вам до этого показывала. Вот мне нужно вот это вот все снять, чтобы Виталик мне открутил, и чтобы я все это щеточкой помыла. Что я не могу вот так вот, я не могу. И мне... А там в шкафах, которые, ну, которыми нужно пользоваться, одежду вешать, да, я не могу сюда... Чисто психологически не могу туда повесить вешалки, плечики. Не могу и все. Мне нужно сначала помыть. Поэтому у меня вся одежда сейчас на пакете, на полу. Большой пакет разложен от матраса. И только вывернул наизнанку. И мы на этот матрас, на пол всю одежду сложили.
А мне нужно, чтобы ее развешать, мне нужно все это помыть. И таких вот шкафов у нас вот с такими вот решетками очень-очень много. Так что у меня работа еще. И во всех шкафах вот эти все полки перемыть. Я думаю, что буду завтра, воскресенье, этим заниматься. Ну все, всем пока, видите. Мы сегодня на собрании были первый раз. Так здорово сходили, все так нас хорошо приняли. Ой, со всеми познакомились. Но мы скучаем, конечно, очень скучаем по нашим друзьям, по калифорнийским, по нашему собранию. Если кто смотрит нас, мы вас очень любим, очень-очень скучаем уже. Хотя прошло-то неделя, да, но мы уже как-то соскучились. Надеюсь, что вы к нам приедете в гости. Это собрание тоже хорошее, все замечательно. Представляете, в этом собрании после встречи нам друзья говорят, ну, пойдите там, говорит, угоститесь. Мы в смысле? В смысле угоститесь? А там кофе наливают, пончики. Один брат постоянно покупает пончики после собрания, и все угощаются. Я думаю, ничего себе, здорово так. Ну, пончик, представляете, согрешила, пончик съела. Но думаю, ладно, такой переезд, такое это самое. Сейчас так у меня немножко разладилось мое питание. Но я восстановлюсь. Да, я вам обещаю. Все, надо ложиться спать уже тоже. Хотя я все равно не смогу ничего сделать, пока Виталик мне это все не снимет. Все. Всем пока-пока. Всем пока. А, в гости еще сегодня ходили. После собрания к нам приехали этот хэндимены, целых три хэндимены. В общем, целых трое. А, и делали у нас здесь работы. Потом мы, после того, как они уехали, мы пошли в гости, нас позвали на ужин. Так классно тоже посидели, пообщались. И все. Сейчас надо спать, завтра новый день и новые дела, новые заботы. У нас еще пока с интернетом ничего не понятно. Но как только подключу, я вам все буду снова выкладывать. Ну все, всем пока.